Электронный полис ОСАГО можно оформить, не выходя из дома. Эта процедура не предусматривает личный визит водителя к страховщику, а сам процесс осуществляется через интернет. Электронный полис наделен такой же юридической силой, как и бумажный. Для того, чтобы его оформить, все-таки этот электронный полис, нужно зайти на сайт, правильно заполнить все поля, которые там требуются, прикрепить документы, которые там тоже требуются, выполнить все задания, которые там указаны. Заполняя электронную заявку, нужно быть предельно внимательным. Опечатки и ошибки в документе делают его недействительным и не дадут системе закончить оформление. Для электронного страхового полиса нужны такие же документы, как и при визите в офис страховой компании. При оформлении страхового полиса необходимо все документы клиента, то есть это паспорт, документы на транспортное средство, водительские удостоверения лиц, которые будут допущены к управлению этим транспортным средством. После проверки внесенных данных документ отправляется на электронную почту лица заявителя. Предъявлять его можно как в распечатанном виде, так и в электронном. Этот вариант полиса, так же как бумажный, можно оформить на разный срок. Полис ОСАГО можно заключить на год, либо указать в нем период использования транспортного средства в течение года 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 7 месяцев, в зависимости от того, как собственник использует свое транспортное средство. Центральные каналы не раз рассказывали, что россияне сталкиваются с трудностями при оформлении электронного полиса. Представители страховых компаний нам пояснили, что на данный момент программа по оформлению электронных полисов дорабатывается и оптимизируется. По данным страховщиков, в Губкинском не более 1% собственников оформили полис через интернет. Жители больше предпочитают визиты в офисы страховых компаний. Я еще не пробовал, но так, сколько по телевизору смотрел, то говорят, как бы не очень она работает еще, вот эта программа. Нормально. Не знаю, когда все наладят, будет нормально. Может, будут через интернет оформлять. Перспективы нормальные, единственное, только для, грубо говоря, для тех, кто умеет с компьютером владеть. Я люблю реальное общение. Естественно, будет удобнее по интернету, чем идти занимать очередь куда-то, так не выходя из дома. Напомним, электронную страховку невозможно оформить на новый автомобиль, поскольку для полиса необходимы данные регистрационных знаков транспортного средства. По данным сайта osago.ru, на данный момент около 80 страховых компаний владеют лицензией, позволяющей оформлять страховые полисы ОСАГО. Но всего лишь 15 страховщиков предоставляют такую услугу дистанционно. Елена Новиченко, Денис Гимп, новости Губкинского.